Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info. Перед нами Samsung Galaxy M22. И в этом видеоролике мы вам покажем, как воспроизвести серийную съемку на этом телефоне. Для того, чтобы это сделать, мы открываем камеру. И в камере, смотрите внимательно, мы свайпаем немножко вниз по кнопке съемки и задерживаем ее снизу. Вот таким вот образом. Для произведения серийной съемки нам надо выключить функцию ретуши. Мы выключаем и делаем серийную съемку. Эффекты ретуши, где же их можно выключить? Эффекты ретуши вот здесь вот выключаем, я так понимаю, нет. Здесь нам надо off. И после этого пытаемся еще разок. И теперь все работает. Как видите, мы только что сделали 30 фотографий буквально за секунду. Точно таким же образом мы можем сделать еще 30, еще 30 и еще 30. После чего мы можем выбрать одну из данных фотографий, которые мы сделали. И на этом будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!